Вот, ребята, в Патаевке, оказывается, тоже есть такое современное искусство. Офигенски. Наркомания, наверное. Ну, вот здесь поменьше наркомании. Ну, сразу скучно. А вон там вдали, видите, наркомания конкретная. Но уже сразу интересно, весело становится. Может быть, художник обдолбыш интереснее рисует. Хоть и обдолбыши. Вот, явно не любят синеву алкашей, как изобразили. Сатира. Комары, кровососы. Боремся с кровососами. Смерть кровопийцам. Что это за танцы? Обжиманцы. Вирусы. А, мойте руки. Против ковида, смотрите. Не, маленькие ковиды, они еще существовали до пандемии, до изобретения коронавируса. Мойте руки вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, по-всякому, и будет все. Будет все вот так вот. Красота. Но самое, конечно, вот, вот это панно. Прям какое-то мескалито. Под чем это такое вообще? Но круто, круто. Красивая наркомания. Конечно. Не стоит так рисковать ради картинок. Но картинки, конечно, очень интересные получились. Не знаю, что они там курили. Красота.